Хозяин гадал, будут ли ему сниться сны. Это было единственным, чего он боялся, поскольку ночной кошмар, продолжающийся на протяжении всего одной ночи, способен свести человека с ума, а ему предстояло проспать сотню лет. Он помнил день, всего несколько месяцев назад, когда испуганный доктор произнес: «Сэр, ваше сердце изношено, жить вам осталось не более года». Он не боялся смерти, но мысль о том, что она настигнет его в расцвете интеллектуальных способностей, когда его работа завершена лишь наполовину, наполняла его бессильной яростью. «И вы ничего не можете сделать?» — спросил он. «Нет, сэр. Вот уже на протяжении сотни лет мы работаем над созданием искусственного сердца. В следующем веке, возможно, нам, наконец, удастся достичь цели». «Очень хорошо. Я подожду следующего века. Вы построите для меня какое-нибудь сооружение, в котором мое тело не подвергнется разрушению, а затем погрузите меня в сон, заморозить или еще что-нибудь в этом роде. Я полагаю, что как минимум это вы в состоянии сделать». Он наблюдал за строительством мавзолея в укромном месте выше линии снегов Эвереста. Только немногим избранным позволено будет знать, где именно скроется хозяин, поскольку многие миллионы в мире попытались бы найти его, чтобы уничтожить. Секрет должен храниться в поколениях до того дня, когда наука разработает эффективные способы борьбы с заболеваниями сердца. Тогда хозяин пробудится от сна. Он еще осознавал, как его опустили на ложе в центральном помещении, хотя лекарства уже затуманили сознание. Он слышал, как закрылась стальная дверь, прижавшись к резиновым прокладкам. Ему даже казалось, что он слышит шипение насосов, высасывающих воздух вокруг него и заменявших его стерильным азотом. Наконец, он заснул. И спустя некоторое время мир забыл о хозяине. Хозяин спал сотни лет, хотя открытие, которого он ожидал, уже давно сделали. Но некому было разбудить его, поскольку с момента его ухода мир изменился, и не осталось никого, кто желал его возвращения. Его последователи умерли, и тайна его места пребывания ушла вместе с ними. Некоторое время существовала легенда о мавзолее хозяина, но в конце концов и она была забыта. Итак, он спал. По прошествии времени, которое по некоторым стандартам могло показаться коротким, земная кора решила, что она не желает больше терпеть вес Гималаев. Горы начали медленно опускаться, поднимая южный край Индии к небу. И вскоре плато Цейлона стало высочайшей точкой на поверхности Земли, а глубина океана, плескавшегося над Эверестом, достигла 5,5 миль. Хозяина уже не могли потревожить ни друзья, ни враги. Теперь реки и дожди вымывали мел и несли его в новые океаны, а погребенный мавзолей вновь приблизился к поверхности. Медленно вымывались мили скал, и вот, наконец, металлическая сфера, служившая пристанищем телу хозяина, вернулась к свету дня. Хотя день этот стал намного длиннее и намного туманнее того, в который он закрыл глаза. И вскоре на скалистом пьедестале, возвышавшемся над размытой почвой, его нашли ученые. Поскольку секрет мавзолея был утрачен, им при всей их мудрости понадобилось 30 лет для того, чтобы проникнуть в помещение, где спал хозяин. Сознание пробудилось раньше тела. Пока он лежал обессиленный, не имея возможности поднять налитые свинцом веки, в голове потоком проносились воспоминания о прошлом. Постепенно он вновь начал слышать звуки, слабое поскрипывание и щелканье вокруг. На мгновение он растерялся, но вскоре решил, что, должно быть, хирурги убирают свои инструменты. Не в силах открыть глаза, он лежал и ждал. Силы вернулись. Хозяин открыл глаза. Мягкий свет не ослеплял. Однако все вокруг выглядело туманным и расплывчатым. Он видел стоявшие вокруг фигуры, они казались странными, но пока он не мог ясно разглядеть их.
Наконец, взгляд хозяина сфокусировался, и как только зрительные нервы донесли сообщение до мозга, несчастный слабо вскрикнул и умер. Ибо в последний момент своей жизни увидел тех, кто стоял вокруг него. Хозяин понял, что долгая война между человеком и насекомым завершилась. И человек не вышел из нее победителем.